Hello, Angela. How are you today? I'm fine, thank you. How are you today? I'm great. Но еще раз вместе с ребятами я их в основном буду учить. Не будем сенькать, а будем thank you. Не спеши. Thank you. Thank you. Yes. Hello, Angela. How are you today? I'm fine. Thank you. Ну, совсем другой разговор. А мы продолжаем читать книжку «Арабские сказки». А если ты можешь, напомни ребятам, пожалуйста, что происходит с Салимом. Салим, у него был папа. Так. Он был очень богат. Так. После того, как папа умер, так. Наследство перешло Салиму. Так. Он был молодой, поэтому очень быстро все тратил. Yes. Продал дома. Да. И отец все потратил, все деньги. Так, его подобрал старик, привел домой. Что он в доме увидел? Дом был богатый. Да, и ему очень понравился дом. Но ему было удивительно, что все старики в нем одеты в черное и плакали в своих комнатах. Абсолютно. Поумирали старики, но оставшийся его предупредил, что в этом доме нельзя задавать вопросы. А ему очень вопрос один хотелось задать. Какой? Что находится за дверью, которая находится у старика? В комнате. Да, ну вот. Старик умер, но предупреждал его. Никогда не задавай этот вопрос, а то будешь несчастен всю свою жизнь. Он все-таки берет палку, ударяет по этой двери, открывает ее. Вот с этого места мы начинаем читать. Are you ready? I'm ready. Good. Behind the door, everything was very dark and quiet. Behind the door, everything was very dark and quiet. А позади этой двери все было dark, темно, quiet, тихо. Then Salem saw some stairs. Then Salem saw some stairs. И увидел он за дверью ступеньки, скорее всего, ведущие вниз, в темноту. He took a lamp and walked down the stairs. He took a lamp and walked down the stairs. Взяв лампу, он стал спускаться по ступеням. The stairs went down for a long way into the ground and came out into a cave. The stairs went down for a long way into the ground and came out into a cave. Ступени вели далеко под землю и привели в пещеру. Cave. Cave. Repeat. Cave. Cave. Пещера. Salem walked through the cave and came to the sea. Salem walked through, язычок вперед. Through the cave. Through the cave and came to the sea. 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 Okay. Он шел через эту пещеру и вышел к морю. He stood there and looked round him. He stood there and looked round him. Стоял и оглядывался. Round. Looked round. Вышел к морю. Ну, пока все благополучно. Then he saw something in the sky. Then he saw something in the sky. И потом что-то увидел в небе. Sky. Something. Что-то. It got bigger and bigger. It got bigger and bigger. И это что-то становилось bigger and bigger. Как? Больше и больше. It was a very large bird.
it was a very large bird. Translate. Это очень большая птица. Да, точка превратилась в огромную птицу. Ну, может быть, мы будем с тобой читать книжку «Дети капитана Гранта», когда они путешествовали в Латинскую Америку на корабле. А там огромные птицы, по-моему, грифа называют. Одного из детей капитана Гранта утащил гриф. Окей. It came down and caught him by his clothes. It came down and caught him by his clothes. Good, clothes. Она спустилась, эта птица, вниз. Caught, catch, caught, catch a ball. Схватила его за одежду. Then it flew with him across the sea. Then it flew with him across the sea. И понесла его через море. Flew. Repeat. Fly, flow, flown. Fly. Fly. Flew. Flown. Flew – это прошедшее время, а fly – настоящее, поэтому flew – понесла, полетела с ним. Fly – летать, flew – летала, полетала и полетела с ним через море. Salem was afraid, but then he slept. Salem was afraid, but then he slept. Slept – заснул. А Салем сначала испугался, потом заснул. Окей, тоже разная форма глаголов. Repeat. Sleep. Sleep. Slept. 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 Sleep. Спать в настоящем. А slept – спал. Заснул. The bird flew all night. The bird flew all night. И птица летела всю ночь. Но расстояние было огромное, конечно. Когда вы на самолете летаете, вы спите, наверное, когда далеко летите. А он спал в когтях у птицы, у этого грифа огромного. Early next morning, Salem woke up and saw a beautiful beach below him. Early next morning, Salem woke up and saw a beautiful beach below him. Early. Рано утром, morning, Salem проснулся, wake up, пробудился и увидел beach, прекрасный beach below him, внизу, то есть она еще несет его. A lot of people waited on the beach. A lot of people waited on the beach. Огромное число людей там было на этом beach, на пляже. Waited, ждало. Может быть, и его, и птицу эти люди ждали. The bird flew down into the middle of the people. The bird flew down into the middle of the people. Middle? Middle of the people. Of the people. И птица спустилась, слетела вниз. Flew down, down, вниз. В середину этой толпы. Middle. Середина. The people were very friendly to Salem. The people were very friendly to Salem. Friendly. Вели себя очень дружелюбно по отношению к Салему эти люди. They brought him a fine horse and helped him onto it. They brought him a fine horse and helped him onto it. Привели ему прекрасную лошадь и... Sorry.
и помогли забраться на лошадь. Bring, brought, brought. Repeat. Bring, brought, brought. Good. Bring – приносить в настоящем. Brought – в прошедшем. Еще раз давай. Bring, brought, brought. Bring, brought, brought. Then they took him through lovely gardens to a beautiful house. Then they took him through lovely gardens to a beautiful house. Okay, а потом они взяли его, took, и повели через through lovely gardens, красивые сады, beautiful house, в прекрасный дом. Inside the house there was a lovely woman sitting on a chair. Inside the house there was a lovely woman sitting on a chair. А внутри этого прекрасного house, дома, может быть и дворца, palace, сидела красивая женщина, on a chair, на стуле, а может быть и на троне. When she saw Salem, she got up. When she saw Salem, she got up. И когда она увидела Салема, got up, она встала. You're here, my love. I'm very happy now, she said. You're here, my love. I'm very happy now, she said. Ты здесь, моя любовь. Как же я счастлива теперь, сказала она. She took Salem's hand and walked with him through the house and gardens. She took Salem's hand and walked with him. Вперед язычок. Through. Through the house and gardens. Чуть-чуть в горлышко. Gardens. Gardens. Oh, wonderful. Она взяла его за руку и повела через дом и через сады. Ну, показывала, наверное. Everything here is mine, she said. Everything here is mine, she said. Все это принадлежит мне. Everything. Stay with me and be my husband. Stay with me and be my husband. Оставайся со мной. Становись моим мужем. Husband, repeat. Husband. Wife. 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 Жена. Wife. Вперед губы в трубу. Wife. Wife. Husband. Husband. Then this will be yours too. Then this will be yours too. И тогда это все будет yours. Принадлежать тебе, yours. I would like that, answered Salem. I would like that, answered Salem. Мне бы этого хотелось, ответил Салем. But there is one thing, said the woman. But there is one thing, said the woman. Но есть только одна вещь. One thing. They went back to the first room, and she showed Salem a door. They went back to the first room, and she showed Salem a door. Они пошли в первую комнату, и она показала ему на дверь. Door. Don't open that door. Don't open that door, she said. Or you'll be unhappy every day of your life. She said, or you'll be unhappy every day of your life.
не открывай эту дверь, или ты будешь unhappy, unhappy, несчастлив всю свою жизнь. Salem took the woman's hand. Salem took the woman's hand. Салем взял женщину за руку. I don't want to open the door, he said. I only want you. I don't want to open the door, he said. I only want you. Я не буду открывать дверь, сказал он. I want you, I only want you. Только ты мне нужна. А у меня вопрос. Как ты думаешь, он будет эту вторую дверь открывать или нет? Ну, может быть, ему потом скучно там станет, и он захочет открыть. Ого. Ну, возможно, это так. И об этом мы узнаем чуть позже. Thanks for reading. Thank you very much, and I'll see you in a sec. Goodbye.